В первый день лета в городском округе Люберцы состоялось торжественное открытие двух детских площадок. Игровые зоны оборудовали в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Какую оценку они получили от детей и взрослых, узнаем в нашем следующем сюжете. Во дворе дома номер 3 на проспекте Победы сегодня весело и шумно. Здесь появилась долгожданная детская площадка. Раньше на ее месте были изношены игровые элементы и старое покрытие. Новинки радуются и взрослые, и дети. Мне очень нравится кататься на этой горке. Она очень классная. Нам нравится очень. Мы хорошие, дети довольные все. Площадка очень крутая, очень здорово. Она стала более красочной, и теперь здесь везде шумно, нигде нету просто никакого свободного места, и здесь просто все танцуют, радуются, гуляют, бегают, прыгают, и очень здорово. Появление губернаторской площадки – результат активности жителей. В сентябре прошлого года на портале Добродел проходило онлайн-голосование, и этот двор оказался в числе победителей. Конечно, мы обещали ее сделать с подрядной организацией до сентября месяца, но потом поняли, что будет главный праздник 1 июня, нужно постараться ее сделать быстрее. Поэтому мы благодарны тем, кто проводил работы. Но, ребята, вы после того, как вы это все опробуете, нам расскажете, понравилась она или нет, или уже пробовали. Нравится площадка? Такая же игровая зона появилась на Комсомольском проспекте. По программе губернатора в округе откроют еще 5 новых детских площадок. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ребята!